Здравствуйте, вы смотрите канал Максимадзе, и, блин, ребята, обычный Максимадзе уже не по-ютуберски немного делает, постоянно снимает только то, что нравится ему. GTA, всякие Angry Birds, блин, ну кому это интересно, может быть? Сегодня первоапрельский Максимадзе вам покажет настоящий контент и выполнит просьбу подписчиков пройти именно ту игру, которую просили подписчики, это второй Шрек. Давненько просили его снять, и сегодня мы это наконец-то сделаем. А то Максимадзе все время тянет, все говорит, пройду, да все не пройду. Лучше давайте это, короче, сделаем. Начинаем. Вроде бы с русской озвучкой скачал. Да, точно. В государстве жили-были людоед и прекрасная принцесса. Однажды они повстречались и полюбили друг друга. Именно второго Шрека. Да не гоняй, кучер. Я Алистер. Просили пройти. Это что за имечко? Тебя небось школе просили? Говорит, я рассказываю первое сказку. И второе. Тогда ты рассказываешь неверно. Вот смотри, как надо. Жили-были людоед, принцесса и благородный, миловидный, великолепный осел. Прошу прощения, осла-то я и позабыл. Итак, однажды людоед и принцесса повстречались... Говорят, что первая и третья фигня. Злые силы, ну, как просили, так и снимем, почему бы нет. Но, как сказано в сценарии, любовь все победит. Я не оглянуться не успели, как поженились, и букет был очень вкусный. И после долгого медового месяца они вернулись домой, где их ждал вездесущий, надоедливый и до отвращения верный спутник и товарищ осел. Вроде бы игра, в принципе-то, похожа, насколько я понимаю, на игры по Мадагаскару. Вон даже графика, он похожа. Осел, мы вернулись. Вышла игра в 2004 году. Как и я. Что же во имя всех королевских лошадей здесь произошло? Что произошло? Я тебе скажу, что тут произошло. Черти, что тут произошло? Вот что тут произошло. Смотри! Солдаты опять пытались арестовывать волшебных существ. Представляешь себе? Шрек, этот плакат надо взорвать. Надо защищать своих друзей. И еще, Шрек, плакаты — это еще не главное. Ты только глянь, монеты прямо в воздухе. Их надо все собрать, они нам понадобятся. О, да, какой тут волшебный мир, блин. Вон там, вон тут, в воздухе. А еще их и в ящики попрятали. А вот, глянь, если прыгнуть на кушетку, вау, то она тебя подбросит. А еще в воздухе есть чистая энергия, пища героя. Зачем они тут? В том смысле, что вкус у них как у мазута. Но если ты их съешь, то полон сил. Но все же... Ну да, энергетическая пища героя. Почувствуй себя героем. Герои потребляют их с... Короче, это ХП восстанавливает, походу. Или что-то вроде этого. Что они прям просто так в воздухе висят. У меня от этого мурашки по шкурке. А еще мы едем далеко-далеко на ваш свадебный бал. Наше что? На ваш свадебный бал. Приглашение принесли, пока вас не было. Я что, не сказал? Но мы не можем уехать, пока ты не разберешься со всем этим. Да ладно, поехали. Не трать зря время. Нас ведь ждет свадебный бал. Вперед, мой друг, вперед! Ладно, наверное, надо собираться. Эй, и еще одно. Осел! Прибраться мне вообще-то некогда было. Все время что-то звонкое такое отвлекало. Осел! Да ладно, Шрек, не придирайся к деталям. Тебе надо просто сорвать тот плакат и все, и еще прихватить все монетки по дороге. В далеком-далеком нам деньжата пригодятся, так что давай собери их все, сколько есть. Короче говоря, вот, действительно. Ой, что это такое? Просили давно. Чтобы прыгнуть на кувшинку, нажми на бегу клавишу Ctrl или щелкни правой кнопкой мыши. А почему правой кнопкой мыши-то? Почему не пробел? Я в настройках ковырялся, пробил нельзя, к сожалению, поставить. Гораздо быстрее получится, если прыгать по кувшинкам, понял? Да-да-да-да-да. Опа! Монетки ведь собрать надо. Давно просили поиграть. Свою боксерскую проверишь? Снимаю постоянно одно и то же, блин. То, что нравится мне. И я решил исправиться, и вот... Второго Шрека пора быстрее. Если что не дотянуться, ты к нему подбеги и автоматически залезешь на него. Странно, не правда ли? А, даже сам ничего нажимать не надо, офигеть. Если ты сюда прыгнешь, то сможешь ухватиться за эту лиану.
Ура! Получилось! Теперь стрелками влево и вправо перемещайся по ней. Вот что касается Шрека, я целиком ни одну часть не смотрел. Все просто. Чтобы перебраться через этот разрушенный мост, тебе придется сделать двойной прыжок. Просто щелкни два раза правой кнопкой мыши. Вот в чем тут штука. Щелкаешь правой кнопкой мыши, подпрыгиваешь, а когда будешь в верхней точке... Блин, а как осел оказался там уже так быстро? Сам увидишь, это очень просто. Потренируешься немножко и научишься, это не так сложно. Как осел попал раньше нас туда? О, работает, кажется, прыжок. Ну-ка. Блин, а выпрыгнуть-то нельзя оттуда, походу. Так, ну тут место пробил какой-то, инвентарь, походу, открывается. Давай, давай, залезай. Я первую часть вроде бы видел, или не знаю какую. Какую-то часть я смотрел, я помню, там принцесса вот эта вот. Человеком была, а ее околдовала там ведьма вроде бы. И что она по ночам превращалась вот так в зеленое такое существо. Да ё-моё, как прыгнуть-то? Что-то двойной прыжок то ли не срабатывает. За невидимую хрень хватается, что ли? Там был дракон, который короля вроде бы в конце проглотил или кого-то. Это... Да почему он не работает-то? Двойной прыжок. Или он во время ходьбы не работает? Что-то не получается мне два раза прыгнуть. Ну давайте попробуем. Нет, опять не получилось. Как прыгнуть, я что-то не понимаю. Ладно, 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 попробуем еще раз. Сколько я понимаю... Да блин, ну не получается что-то, не получается, не могу я. Не понимаю я что-то, как туда прыгнуть. То есть, когда он, я насколько я понимаю, когда он уже идет. А, все, все, разобрался, извините. Опять упал. Надо это, а он не поднимется туда. Блин, он туда не поднимется же. А тут нельзя подняться? Нет. Нет, надо там прыгать. По воде ходить полчаса, блин, он бесит. Надо нажимать очень резко два раза. Все, понял. Только вот по воде ходить очень долго, это бесит, конечно. И давай! 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 О, отлично. О, хорошо. Все, все, все. Сорян, за что так потупил. Четырехлистный крейдер. Только отсюда ты его не сможешь достать. Ладно, успеется. Прыгни на блестящую перчинку, тебя подбросит, и ты перелетишь через колючки. Да почему я отпрыгнул-то от нее? Хорошо. Левой кнопкой мыши щелкнешь, пробьешь доски. Не забывай вот об этой пище героев, Шрек. Она помогает восстанавливать здоровье. У меня здоровье-то в норме сейчас вроде бы, так что... Толку от нее сейчас пока-то нет. Ну-ка. Эх, не промазал чуть-чуть. Так, а это... А что она дает? А, ее можно сломать, что-то понятно. Меня зовут Рой. Я фея сохраненных игр. Если ты меня увидишь, подбеги ко мне, и я сохраню твою игру. Правда волшебно. Ха, хорошая система сохранения игры. Так, а это у нас. Чтобы дернуть за рычаг, встань перед ним и щелкни левой кнопкой мыши. Понятно. Сломай эти доски и возьми клевер четырехлистный. Обычно они во всяких тайных местах растут. И достать их непросто. Но зато как достанешь, так у тебя столько здоровья появится. Понятно. Трехлистный клевер. Это удачливый, да?
А это что? Тут окошко, как в Макдональдсе. Подходишь и покупаешь зелье, какое хочешь. Они теперь повсюду. Рекламу видел? Если у вас проблемы, приходите в зелье для веселья крестной. Мы вам с радостью поможем. Предлагается жабья вода Кваква. Ваши враги заквакают. Сонный газ, седьмой сон. Вы еще не спите? Тогда мы идем к вам. Может вызвать головную боль и утрату конечности. Или пусть врага захватит дух ароматизатором от ядрёны. У вас большие проблемы, уменьшите их. И все еще не спите, тогда мы идем к вам. Это очень напоминает старую древнюю рекламу начала 2000-х. Вы все еще кипятите, тогда мы идем к вам. Там был этот Владимир Тишко, который вел еще, который потом еще стал вести инструкцию по применению на ТНТ. Я эту рекламу не помню, потому что я тогда либо был... Потому что меня тогда даже не было. Когда была эта реклама. Ага, вот этот мерзкий плакат, я тебе говорил о нем. Нажми левую кнопку мыши, чтобы содрать его. Пусть ни одного не останется. Поговаривают, что кто сорвет 3 таких плаката, получит награду. Эй, надо тебе коллекцию собрать. Видишь, когда-нибудь за них что-нибудь дадут. Получилось, Шрек, все опять как прежде. Кто заказывал карету? Неужели я не отдал ему чаевых? Я заказала. Далеко-далеко, очень далеко. Все собрано, можно ехать. Готов к дороге? Ой, наверное. Не волнуйся, ты им понравишься. О да, Шрек, они тебя полюбят. В смысле, я люблю. А чего не любить? Мы едем в путешествие, мы едем в путешествие. Что может быть веселее, чем долгое путешествие вместе с собой? А ведь и правда заколебал уже болтать. Осел, блин. Или волосы из носа по одному выдергивать. Ну что, приехали. А теперь... Да я так пошутил, а если серьезно, приехали. Знаешь, о чем я думаю? Нам бы надо рок-группу сколотить. Да, кстати, а кто принес трубу? Шрек, не засада ли тут пахнет? Вообще-то это мог быть и я. Вспоминается до приглашения на свадьбу. Извини. Осел! Прости, Шрек. Эй, глянь, он наше колесо стащил. Пойду-ка я гляну. Шрек, не ходи туда. Ты же слышал, что она сказала? Там засада. Не боись, осел. Я же людоед. Ежели ты только не знаешь чудовище, которое могло стащить наше колесо. Не, ступай, найди наше колесо. И поскорей. А насчет деревьев, они все время падают. Ничего с тобой не случится. Разбойники! Шрек, я помогу! Нет, не бросай меня, пожалуйста! Мне тут будет так страшно! К тому же Шрек все сделает. Смотри, чтобы сделать удар, надо щелкнуть левой кнопкой мыши. Если разбойник тебя ударит, то слямзит у тебя монетку. Ударив его в ответ, ты сможешь вернуть монетку. Понятно. Так, давайте вот эти соберем, потому что... Ой, не та кнопка, не та кнопка! Извини, я опять ворчу, больше не буду. Сдохни нафиг. Хочешь сделать двойной удар, щелкни два раза кнопкой мыши. Левый, два раза. Я, кажется, разобрался. Я, кажется, уже это сделал. Ну! А, все. Чтобы сделать смертельный удар, надо трижды щелкнуть левой кнопкой мыши. Ты с ними не фамильярничай! Смертельно. Колесо сейчас будет наше. И это наше первое ограбление. Йо-хо, задавим Шрека. Давай, Шрек, разберись с ними. Теперь так. Ты не уйдешь. Сделай это ради. Прыгун какой, а? Получилось же. Прикольно выносятся они, кстати, вообще. Давай, ну да. Ну куда ты прыгаешь-то, дебил, блин? Вот еще один готов. И тебе доброго дня. Ну и денек. Шрек, не останавливайся. Так, еще один подох. Все. Надо вернуть, а то мы ехать не сможем. Так, как взять его? А, все, понятно. Ты им
мясо дал! Я-ха! Где этим разбойникам с тобой тягаться? Сначала было бах, потом бабах, а потом я ног не чувствую! Так, колесо на месте. Ну что, продолжим наше чудесное путешествие? Эй, Шрек, что-то у тебя лицо малость позеленело. На, попробуй-ка это. Может, мы потом еще таких найдем? А что это такое? О, тут нам не проехать. Деревья, Шрек. Может, кто еще попробует помешать мне? Видишь ли, из каждой ситуации есть выход. Знаешь, деревья тесные, растрескавшиеся. Наверняка ты сможешь по ним вломить и как пробьешь там дорогу. Давай, здоровяк. Так, первое. Второе. Блин, он как ниндзя еще крутится. Далекая, прикольно. Далекая. Вот и мы! На всех четырех колесах! Ай, приехали. И вот они приехали в далекое-далекое. Родителям Фионы очень хотелось увидеть, как же выглядит их новый зять. Надо ли говорить, что Шрек не оправдал их ожиданий? О, это надолго. Если бы люди хотели почитать, они бы книжку купили. Ладно, ладно. Короче, Шрек с королем за обедом принялись друг друга оскорблять. И этим расстроил Фиону. И тут вдруг появилась крестная фея. Знаешь что, Алистер, давай теперь я. Она типа, ах, ты опять будешь красавицей, только выйди замуж за моего сыночка, прекрасного принца. А Фиона, конечно, ни в какую. И знаешь почему? Ответ прост. Шрек. Слушай, что эта ведьма делает? Она же идет короля пугать. А на следующее утро король пригласил Шрека на охоту, но это была ловушка. Я-то, конечно, сразу почуял неладное, поэтому решил на всякий случай увязаться следом. Где же все? Обожаю охоту. Только где же они все? Не знаю, король сказал, мол, под деревом встретимся. А, ну конечно, под деревом. Ну, это будет несложно. В лесу всего-то 4 миллиона деревьев. Этих деревьев дурацких тут столько, что я за ними леса не вижу. Где-то он тут должен быть, наверное. У тебя бывает такое чувство, как будто за тобой следят. О, что это было? Знаешь, осел, я думаю, что тут в лесу вряд ли есть кто-то страшнее людоеда. Людоеды? Где? Эй, есть тут кто? Теперь-то я точно что-то видел. Так. Кто тут? Так, очень смешная игра в напугай осла. Ну-ка я проверю, в чем тут дело. Ты ступай, я тебя догоню. А если короля увидишь, скажи, что я скоро буду. Ладно, но только ненадолго, а то еще перепугаешься без меня. Я просто пойду все дальше и дальше в этот темный страшный лес. Ведь я отважный, благородный ощупок. Что это было? Перепугаешься, это ты, по-моему, Бишек, а не наоборот. Ого, ничего себе монет, сколько тут. Ну-ка, а что? А тут купить что-то можно? Превратить лягушку кого угодно, только не принца. Станете силачом. Невидимкой. Мальчик с пальчик. Очаровашка. Будьте размером с пальчик, превратитесь в своих поклонников. Все враги застынут на месте. Так воняет, что глаза режет. Они решат, что вы им приснились. Все ваши враги станут крохотными. Понятно. Ладно, пока не будем ничего покупать. Слушай, не найди тыквы, подходи к ним и щелкай левой кнопкой мыши, ты их поднимешь. А потом еще раз щелкай, их надо метать, пока они не взорвались. Ой, а, они бьются. Ну и чё тут? Ой, опять перепутал прыжок. Похоже, что единственный способ опустить мост — легнуть вон ту веревку. Может, того типа можно уговорить мне помочь? Да. Ха! Вообще-то жареные ослиные уши — это вкусно! Может и нет. Теперь, я полагаю, самое время применить приворотное зелье. Или хоть какое-нибудь. И зелье, нет зелья, мне все равно надо туда допрыгнуть и сбить веревку. Для осла, у которого черный пояс по нажиманию кнопок, один враг не враг. Угу. Да, понятно, туда не попадем.
Пока что. Брык улетел. Вот так вот. Улетел он красиво. Улетел он далеко. Так, это тоже, я так понимаю, прыгать. Ну да. Да, а, нет, нам, походу, не надо туда. Погодите, я что-то сделать, наверное, забыл. Подождите. А, господи, я веревку не сбил. Блин, вот что я сделать-то забыл, а? Эта соломка тут специально, чтобы мягче падать. А, мы здоровье еще терять будем, понятно. Все, пошли дальше. А, эти с оружием еще, зараза. Ой, больно же, вы че? Блин, озвучка тут, конечно, оттас, блин, я вам отвечаю. О, этим кидаться можно было, я так понимаю. Так, а куда нам надо идти-то? Туда? Что-то тут не странное. Тут паутинка. Знаешь, в следующий раз нахуй тут без меня. Так, вот здесь монетки, которые можно собрать. Так, а теперь... Кажется, нас провели по-королевски. Воу, нифига, вот это прыжок был. А этот сам, что ли, спрятался? Так. Я, по-моему, даже к фее не подошел. Как я сохранился-то сейчас? Природа и говорящая слынь несовместимы. О, да это что за дверь? Откройте, блин, ну ладно. Все поняли, что на меня охотиться нельзя. Это что такое? Дайте угадаю, это дверь открывает? Да. И что, интересно, король задумал? Такого просто нельзя делать. Ой, больно. Что это, блин? Обалдеть. Западню задумал, значит, король, наверное. А, ну да. Судя по всему, так. Ну, да возьми ты эту монетку, блин. О, еще одна кнопка. Нажимай. Алло, нажимай на кнопку. Так, и что она? И что это открывает? Понятно. Проход открывается. Так, у меня сильнейший стресс. Видишь, мне повернуться. Вот бы найти еще плакатик разыскивается. Говорят, что если собрать 3 штуки, получишь награду. Так, опасные грибы. Я так понимаю, просто не подходим к ним с осторожностью. Сдохнет дерево. А это что? Это тоже ломает, я так понимаю, что ли? Так, и вторая. Я думаю, в лесу полно милых маленьких кроликов, а не нервных деревьев и антиослиных банд. Увижу пищу для героя, съем. И точка. Даже после так. Того, что я подпрыгнул, а пока я буду в воздухе, нажми левую кнопку мыши. Тогда я сделаю удар в прыжке. Понятно. Сохранился. Осля! Осля! Осля!
побил их, даже не доломав еще эту фигню. Какие-то они слабые вообще. На раз-два уделываются. Учитывая, что я первый раз причем в это играю. Так, да ну давай, забери монетку. А тут у нас что, здоровье? А это что? А! Я забыл, я на прыжок не нажал, походу. Мне как раз не хорошо. А это что такое? А, тоже монетка. Думал, что это за палочка лежит. Так, мы отсюда пришли, да? Так, это за монетками. Ой. Что-то я забыл, а куда я шел? Туда? Да, походу, да. Да нажимай, нажимай, я тебе говорю. Алло, нажимай, во. Окей, добрались. О, цветочные драконы, жуткие существа. Так, а их можно побить? Да, можно. Так, ну мы и так проскочили через... А, вообще с первого раза Нашествие белок, слезьте! Это дерево надо как следует мучить. Эй, хватит в меня бросаться! А кто меня сейчас бросил еще? А, дерево! Увижу пищу для героя, съем. И точка. Даже восклицательный знак. Какой же осел болтливый, а? Ой-ой-ой-ой! Блин, ну тут уже страшновато, если честно. Давай, во. Хорошо. Сохранился. После, блин. Нормальная такая кличка, блин. О, тут две. Обе, что ли, открывают? Понимаю. Ну, нажимай. Вторая. Милых маленьких хроников. Они нервных деревьев и антиослиных банд. Такому кусту нельзя верить. Погодите, я так понимаю, надо с этой. Но! Что-то я что-то не понял, я что, застрял, что ли, или что? Как выбраться отсюда? Ой. Ну, как вылезти-то отсюда теперь? Я не могу выпрыгнуть, я застрял, походу. Природа и говорящие ослы несовместимы. Понятно. Вторая попытка. Так, теперь мне, милашки, пора по магазинам. Такому кусту нельзя верить. Не люблю природу. Природа и говорящие ослы... А, может быть, это просто надо несколько раз... Во, вот так надо было сделать, господи.
тупанул я сейчас. Надо это открывать, когда. Извините. Надо открывать, когда. Во, вот так надо было сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что, офигели, что ли, деревья? Да, ты сдохнешь. Колючки дурацкие, как я не люблю колючки. О, да, давай, как вагонёк прям. Не, вагонёк не попал. Так, проскальзываем его, вот это самая опасная штука. Блин, это жест, это было жестоко. Не думал я, что они с первого раза убивают. Так, еще раз нажать. Два. И еще раз надо. Давай. Три. Ну сколько еще мне терпеть? Можно считать его нормальным, но мне не нравится. Так. Ну, ну нафиг эти деревья. Тратить время на них. Ой. Видел? Давай, вагонек, вагонек. А, отлично. Так, ну все. С этим разобрались, кажется. Так, ладно, давайте тут остановимся пока. На сегодня закончим. Это такой вот первый выпуск был. Неплохая игрушка. Неплохая, интересная. Мы ее обязательно продолжим. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписосы. А с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримерский канал, на группу ВКонтакте вступайте. И всем пока.